Приветствую всех. Сейчас уже ночь. Ночь, ночная тишина, ночная прохлада. И я уже гадания некоторые сделал. Сейчас я посмотрю самый главный вопрос на этот март. Я гадал, что до этого, что будут какие-то проблемы, получается, с деньгами. Ну, денег, то есть, не будет. Я не знал, что это вообще реально санкции. И этот самый, как внешний дефолт, как он называется. Я узнал это буквально дня два назад. Ну, абсолютно выпал из реальности. Не знаю, как это состояние назвать прострацией. Это, то есть, что у нас было, по-моему, в Венесуэле, если не ошибаюсь. Вот. Выпадало вот у меня несколько раз, что якобы вот не то, чтобы денег не будет, а как будто вот их станет меньше. Вот так вот могу сказать. У меня такое по картам прослеживалось. Сейчас уже можно сказать завтра, то есть сегодня 16 число. Сейчас 16 число. Мы выбираем карту и попробуем погадать. Просто погадать. Давайте, это у нас Россия. Карты скажите, пожалуйста. Сможет ли Россия отвечать по внешнему долгу в ближайшие недели, максимум месяц? Сможет ли она ответить по долгу? Будет ли дефолт? И, собственно говоря, что из этого выйдет? Я даже и на последствия посмотрю. То есть они тоже могут это проиграть, карты. Сейчас посмотрим. Если выпадут любовные карты, то, в принципе, здесь все нормально будет. Если выпадут карты, связанные с кризисом, здесь уже надо думать. У меня все-таки такое ощущение, что деньги какие-то будут найдены. У меня такое ощущение. С другой стороны, кто-то может сделать это искусственно. Возможно, какая-то женщина. Возможно, еще раз говорю. Тут и последствия посмотрим. Я не знаю, что это такое. Вот реально дефолт. Ну, невозможность отвечать по обязательствам, возложенным на страну. Сейчас мы посмотрим. Сейчас столько идет информации, столько новостей, что непонятно, куда верить, кому верить. Ох, ну удар будет, конечно. Дар будет связан, скорее всего, с финансами. Девятка – это вообще карта, она означает независимость и гордость. Я не совсем понимаю, что это такое. Этот самый пресловутый дефолт. Я не понимаю. Но удар будет очень сильный. Ну, здесь это, я еще раз говорю, это гадание, может быть, все что угодно. Но у меня карты проигрывают так. События. Здесь связано девятка, это вообще гордость. Гордость, стержень, независимость. Вот что-то вот с этим вот связано. Вот страна, вот я не знаю, как это назвать. Это не суверенность, это вот именно что-то связанные с деньгами, с материальным. Материальное состояние, положение. Почему-то поэтому наносится
удар. Я не знаю, как это описать. Ладно, но последствия, если смотреть. Здесь будет большая неудача. Неудача, опять же, связанная вот с гордостью какой-то. Стержень, гордость, девятка, бубен валится. То есть она и здесь падает, и здесь. Неудача связана вот с этим. Далее. Внезапные деньги. Здесь, возможно, деньги будут найдены. Удар есть, но, возможно, потом будут деньги найдены. Возможно, деньги действительно найдут. Там какое-то время же дается, вроде там сколько, несколько недель или месяц. Возможно, здесь деньги будут. Но здесь неудача рядом. Неудача рядом с деньгами. Я не знаю, как это трактовать. Здесь получение внезапных денег. У меня крупные деньги выпадают. Но я не могу понять еще раз здесь, потому что рядом карта неудачи. Опять девятка. Так а сколько можно девятку-то доставать? Что, везде одна девятка, что ли, будет выпадать? Здесь тяжело. Тяжело трактовать, почему-то здесь девятка падает. Опять на уточнение. Здесь падает влюбленность. Не могу понять, почему так показывают карты мне. Влюбленность и встреча с нехорошим человеком идет. Влюбленность. Давай еще раз девяточку, да? Девяточка выйдет у нас. Нет, шестерочка. Здесь дорога идет какого-то плохого человека. И почему-то рядом с ним карта любви. Может, самовлюбленный человек? О, у человека еще и черная полоса. У него что-то с работой связано, у какого-то человека что-то с работой связано, какая-то неудача. Вот у него черная полоса пошла. Работа, черная полоса. Какой-то самовлюбленный человек. Опять дорога идет. И опять дама у него вы. Нет, здесь у человека черная полоса, она, ну, все. Самовлюбленный, я так понимаю, какой-то человек, влюбленность у него идет. Плохой человек с какой-то влюбленностью, может, самовлюбленностью. У него дорога идет. И все. Тут даже нечего говорить, это все. Тут дама пик валится у него. Здесь была девятка, там дама. Что-то в этом роде. Далее. Почему-то у меня здесь, вот здесь вот уже любовные карты выпадают. Ой, блин, болезнь идет. О, король. Король, болезнь короля. И материальные хлопоты. Почему-то король, ой, болезнь, на болезнь падает король. Здесь почему-то идут какие-то грезы. Грезы и влюбленность. Как будто такое состояние, как знаете, вот когда человека, не знаю, ну, как влюбляется, вот как-то вот так вот. Человек влюбляется, и у него голова потеряна. Вот что-то в этом роде. Тут потеря идет связи с. Да, это он. У него черная дорога. Грезы любви, грезы, какие-то грезы, что-то там, не знаю, где-то звезды, может быть, я не знаю.
Единороги, может быть, там что-то какие-то. Розовые слоны. Что-то в этом роде. Я даже не знаю, как это трактовать. Грезы какие-то. Какая любовь. Я не могу понять, почему здесь удар идет по гордости. Вот здесь по гордости идет удар. Здесь идет удар по материальному, по стержню именно самому. Достояние, стержень, состоятельность. Вот, как-то вот это вот девятка. Девятка, вот тут удар идет по ней. А здесь выпадает влюбленность, что-то вот такое вот. Как будто, знаете, вот человек отстранен. Как это еще трактовать? Грезы. Но я карты доставал, вы сами видите, на человека выпадает дама пик. Это конец. Она выпадает и выпадает. Это как бы, ну, тут... Я не знаю, как даму пик перекрывать. Я просто не... Если десятку пик можно перекрыть, туз сложно перекрыть. Даму пик перекрыть нельзя ничем. Давайте посмотрим, чем все-таки у нас тут материальными хлопотами закончится. Материально идет. Материальные хлопоты. Дороги какие-то идут. Дороги. Ну, здесь, скорее всего, перемены будут. Вот здесь вот. А, ладно, вот картами не показывают, будет ли дефолт или нет. Ладно. Допустим, девятка бубен – это гордость. Ладно, удар по гордости идет, по самолюбию. Допустим, ничего не будет, все будет нормально. Так, сейчас буду трактовать. Сначала это буду трактовать. 9. Мне хочется узнать, а чем вообще вот этот кризис закончится? Ну, блин. Ну, доллар по 100, сколько он там, 40 рублей? Ну, это ж вообще, это запредельно. Чем закончится нехватка денег закончится? Вот это сочетание, это нехватка денег, острая нехватка денег, кризис. Кризис идет из-за рубежа. Он идет от королей. От людей вообще идет, от каких-то. Их много, и они объединены. Они вместе выпадают. Они еще и как-то это... Смотрят друг на друга. Ну, кроме короля бубен, он сам по себе. Здесь группа людей. На кризис влияет группа людей. Вот здесь вот. Это первое. Второе. Идут оскорбления. Оскорбления можно узнать, кого оскорблять будут. Последствия вот этого вот кризиса, дефолта, я не знаю, как это назвать, я не понимаю этого. Не может страна отвечать по своим обязательствам. Ну, как-то вот так вот, не знаю. Я недавно просто это услышал, что дефолт какой-то будет. ХЗ, не знаю. У меня выпадает нехватка денег, кризис. Первое. Второе. Оскорбление. Кризис с чем связан? С группой людей. Скорее всего, это иностранцы, объединенные общим интересом. Первое. Второе. Оскорблять. Кого оскорблять будут? Оскорблять будут какую-то работу. Работу. Любовные разговоры оскорблять. И, возможно, чью-то гордость, я не знаю. Опять девятка бубен выпадает. Оскорбления идут. Оскорбления могут быть из-за кризиса. Материальное здесь, тут материальное страдает, материальный хлопот. Материальные хлопоты из-за короля бубен. Это иностранец, который не знает языка. Какой-то король пик идет. Возможно, не завтра, возможно, не послезавтра, но какой-то удар из-за рубежа нанесут. Это карты мне сказали. Нет, этот вопрос я не буду задавать. Нет, 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 нет. Пока этот вопрос у меня... А давай все-таки задам вопрос.
А скажите, пожалуйста, карты, может ли этот кризис привести к изменению структур нашей власти? Структур, изменению власти, смене власти, вот с властью что-нибудь связано. Может ли этот кризис привести к чему-то? Тут, возможно, будет какая-то женщина. Женщина, возможно, будет. Почему-то идут разговоры. Разговоры на повышенных тонах. И почему-то идет недовольный молодой человек, это мягко говоря. Хлопоты, темные дела, нервотрепка. Парень с дурными намерениями. Разговоры ведутся, разговоры, пока разговоры, толки. Но на эти разговоры ложится валет пик. Так, а это что у нас тут такое за сочетание выпало? Зависть. Будет зависть. Будет зависть. Зависть. Зависть к объединению. Почему-то объединение выпадает. Опять разговоры. Разговоры. Об этом разговоры идут. Какое-то объединение будет, я не знаю. Тут дама еще плюсом вылетает. Возможно, какая-то женщина будет в правительстве. Где-то эта дама уже есть. Кто она? Я не знаю, кто это. Темная лошадка, возможно, какая-то. Не знаю. Что у нас будет? Зависть, смешанная со слезами. Больше здесь нечего говорить. Зависть успешным делам, успехам, удаче, фортуне. Зависть будет. И слезы будут. И тут дама еще будет. И недовольный молодой человек какой-то будет. Может, несколько молодых человек. Может, объединение какое-то будет. Недовольство будет. Может, недовольство народа будет. А вот так повлияет это. Я думаю, что будут изменения. В конце концов, всему приходит конец. И нашим страданиям тоже. Рано или поздно. Секреты какие-то раскроются в конце концов. Секреты, с чем связанные. Секреты раскроются, с обманом связанные. Секреты раскроются, что-то сломается, поломка идет. И, я так понимаю, какие-то изменения будут. Объединение будет. Объединение. Может, вокруг короля какого-то объединения. Не знаю. Это у нас идет лето, что ли? Май, июнь. Еще и женщина будет решать. Больше сказать ничего не могу.
это гадание, прошу относиться к этому с пониманием. Это всего-навсего просмотр ситуации, как она может сложиться на данный момент и в данном стечении обстоятельств. Просто-напросто гадание. Хотя я, если честно, сам пугаюсь, как оно работает. Да. Что мне карты показывали? Так, в принципе, оно идет. Карты еще показывают скрытые, поэтому некоторые моменты, если даже они и происходят, мы не замечаем. Ну, здесь не заметить будет очень сложно, если что-то будет. Но будем надеяться, что будет все хорошо. Все хорошо, ничего не будет, кризис минует. И все у нас у всех наладится, и будем мы жить, поживать, и... Короче, все будет хорошо. Спасибо.